слушатели Надежде решили вопрос участника спецоперации после обращения на прямую линию. Напомним, ставропольский военнослужащий отправил видеосообщение губернатору Владимиру Владимирову с просьбой поднять газовую трубу над тупиковым проездом. Коммуникации мешали проехать спецтранспорту, в частности пожарным машинам. Глава региона поручил газоснабжающей организации решить вопрос в кратчайшие сроки. Специалисты уже приступили к работам. В Невинномысске в этом году благоустроят сквер на улице Мичурина. Там уложат тротуарную плитку, обустроят освещение, детские спортивные площадки, установят скамейки и урны, сообщили в региональном Миндоре. Также на территории пространства проведут озеленительные работы. Благоустроят сквер благодаря проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В селе Новоблагодарном продолжается строительство детского сада на 160 мест. В дошкольном учреждении разместятся игровые, буфетные и спальные комнаты. Также обустроят залы для занятий музыкой, физкультурой, пищеблок и кабинеты для творческих занятий, сообщили в региональном Минстрое. В здании прокладывают инженерные сети, возводят стены второго этажа и монтируют оконные блоки. Строительство проходит по краевой программе развития образования. В селе Лесная дача капитально отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт. В медучреждении обновят кровлю ФАПа и внутренние помещения, приведут в порядок входную группу, а также закупят современное оборудование, сообщили в региональном Минздраве. Работы проведут благодаря краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.